метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Авторадио Северодвинск. 2 ноября, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 3. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный до 3 метров в секунду. Днем атмосферное давление практически не изменится и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба. Завтра, по словам астрологов, эмоциональный фон не слишком благоприятен. Настроение часто меняется, раздражение может возникать по непонятным причинам. Возможны финансовые трудности. Не принимайте никаких решений, пока не будете абсолютно уверены в том, что располагаете всей необходимой информацией. День подойдет для встречи с друзьями. Компанию составит наш спонсор Авторадио Северодвинск. Первое автомобильное радио 103.0 FM. Слушает Россия, слушает Северодвинск. Хорошего вам вечера и до свидания.